Андрей Мазур. Поздравляем вас с высшей наградой медведям Путину, Кириллу и вам. Восхищаемся вами. Батюшка Мазур, поздравляем вас с высшей наградой славы и чести России для Медведева, для Путина, для Кирилла и для вас. Будьте любезны, вам это для Медведева, для Путина, для Кирилла, для вас самый лучший фильм «Медведев, Путин, мировые лидеры», «Все россияне говорят, да, второму кризису сроку», Дмитрий Анатольевич Медведев, сам прогрессивный курс Медведева Путина, Кирилла и вас. Восхищаемся вами, батюшка. Скажите, пожалуйста, вы всегда вот, прекрасный образ являете богомольца, страшного богомольца за судьбы России. Да. Насколько важно, что Медведев, Путин Кирилл. И Кирилл, и вы все делаете для надействия государства и церкви? Случай. Конечно, Господи, еще благо для церкви. От этих людей еще... Чего назвали, особенности святейшего, конечно, и от президента, да, и премьер-министра очень много зависит. Наше время пока, слава Богу, все идет хорошо. Вот нас, вы же знаете, тут и службы сколько. Да. Нас вот будет на Украину поездка, так и в Крым, да, и... И в Почаев, и потом на юг, то будет 10 пунктов. Это такое, что нет. Батюшка, мы выдвинули на второй президентский срок вместе с Анатольевичем Медведевым. И все регионы поддержали, все представители региона, да, все многотысячные форумы. Да. Тоже поддержите второй президентский срок. Конечно, конечно, я всегда. Прекрасно. Всегда за него. Прекрасно. Можно я сниму с этими наградами для Медведева Путина и для вас? Вот так вы держите. Вот так вот, батюшка. Вот так вот. Батюшка с Андреем. Все, поздравляю. Батюшка Андрей, восхищаемся вами. Вашим выдающимся даром, который вам дал Господь Бог. Батюшка, можно только вот так немножко перевернуть, вот так, и фильм вы держите, фильм должен быть, фильм вы вот так и видно. И святейшеством патриарха Московского. Поздравляем вас. Кириллом. Спасибо, Господи. Батюшка Андрей, будьте любезны, мы вас поздравляем с высшими наградами фестиваля «Слава честь России» для Медведева, для Путина, для Кирилла и для вас, главных героев России. Поздравьте, пожалуйста, нашего руководителя Медведева Путина, святейшество Кирилла с этими высшими наградами. Поздравляю, поздравляю. Я всегда одобряю ваш выбор. Это действительно, люди заслуженные. Они заслуживают еще высших наград, конечно, даже потом будет. Прекрасно. Спасибо. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Вы создали сегодня высший кинематографический образ вместе с Его Святейшеством Кириллом. Спасибо вам большое, батюшка. Мы вас любим, мы восхищаемся. Вас и Его Святейшество.